Если будут просмотры, и мы будем, как говорится, вон какой. Они снова фотографировались. Ну красиво, конечно, мощная собака, да. Ты за ней же ухаживали. Сейчас вот два года ребенка. До 4 месяцев и то держали. И это самый. Там занимался сын. Вот такие гири, это самый. Он военный, он занимался с ним. Да, вон что. Да, они вот такого щенка брали, вырастили. Ну а потом вот ребенок появился. А потом приехали, до 4 месяцев и то держали. Ну он его забрал, ну не детский не хочет, ребенок маленький еще. Понял, да. Ну да. Все-таки лучше предостеречь, по-моему, мудро сделать, да. Чем потом переживать, как говорится, и шраму на всю жизнь. Ну и тут приходит, вот со Стасичей приехали, так Мулька на место стоит уже. Кормит. Что делаешь, Максим? Кормлю. Маленький, я самый. Понял. Я тут и песочница за мной. Сам буду. Бегай, падает, встает. Нюрка за мной. Не бегай, рядом. Дети. Ой, как скучает она потом. Нюра скучает, да? Нюра, да. Нюрочка. Ну ты что, Тёма? Вон какой. Нюра. Эх, ты снимите, я его укушу. Нюра. Вот так, а дети успевают снимать. Она у нас снятая. Она когда родила, 5 сосали, сын успел снимать еще эту самую. Тоже... Так дела у Нюра. Красотка. Да, осторожно, а то побежит, Это она из-за кустика не видит. Нюра, давай, вот, покажись, какая ты красивая, Нюра. Вот, Нюра, вот, нельзя. Вот, Нюра, нельзя. Вот туда. Сидеть. Камеру, вот, Нюра, сидеть. Вот. Нюра, сидеть. Камеру, вот, смотри, камеру. Сидеть. Ой, какой красивый. Ой, красивый. Красивая собака какая. Нюра. Ой, красотка. Кто там? Кто? Нюра, кто? Кто это? Кто? Ну правильно. Защита. Так она уже щеночка приносила, да? Да, 5 штук. Ну я так понял, ну. Такие красивые, были, все на ее похожи. Все, молодец. Что-то не то, да. Если будут просмотры, и мы будем, как говорится, вон какой. Они снова фотографировались. Ну красиво, конечно, мощная собака, да. Ты за ней же ухаживали. Сейчас вот два года ребенка. До 4 месяцев и то держали. И это самый. Там занимался сын. Вот такие гири, это самый. Он военный, он занимался с ним. Да, вон что. Они вот такого щенка брали, вырастили. Ну а потом вот ребенок появился. А потом приехали, до 4 месяцев и то держали. Ну он забрал, ну не детский не хочет, ребенок маленький еще. Понял, да. Ну да. Все-таки лучше предостеречь, по-моему, мудро сделать, да. Чем потом переживать, как говорится, и шраму на всю жизнь. Ну и тут приходит, вот со Стасичей приехали, так Мулька на место стоит уже. Кормит. Что делаешь, Максим? Кормлю. Маленький, я самый. Понял. Я тут и песочница за мной. Сам буду. Бегай, падает, встает. Нюрка за мной. Не бегай, рядом. Дети. Ой, как скучает она потом. Нюра скучает, да? Нюра, да.
Ну я. Юрочка, Юрка. Ну ты что, все? Он какой. О, Юрка, Юра, Юра, Юра. Эх, ты снимите, я его укушу. Снимите, я укушу его. Юрочка, Юра. Юра. Вот так, а дети успевают снимать, а она снятая. Она когда родила, пятеро сосали, сын успел снимать еще это самый. А-а-а. Тоже... Так дела уже. Что, потихонечку? Юра. Она делает это. Красотка. Ага, да-да-да, осторожно, а то побежит, ага. Это она из-за кустика не видит. Юра, давай, вот, покажись, какая ты красивая, Юра. Вот, Юра, вот, нельзя. Вот, Юра, нельзя. Вот сюда. Сидеть. Камеру, вот, Юра, сидеть. Вот. Юра, сидеть. Камеру, вот, зайди в камеру. Сидеть. Ой, какой красивый. Ой, красивый. Красивая собака какая. Юра. Ой, красотка. Кто там? Кто? Юра, кто? Кто это?